сюда придем. Значит, дальше 2 километра на северо-запад. Дальше на север. Вот 5 километров на север. Раз, два, три, четыре, пять. И 4 на восток. Раз, два, три, четыре. И заберем сыр. Сделайте нашу работу проще, парни, потому что скорость для нас очень важна. Эй, парни, сыр! Ну и умный же вы, вот камешек. Мы закончили? Еще нет. Камешек. Еще пару штук. Так, ну, в общем, понятно, что надо пройти. А какие у нас тут? Так, 2 километра на север. Раз, два. Дальше. 1 километр. Так, раз, два. Пардон. Тут в одном квадрате 2 километра. А. Значит, тут надо. Надо 2 километра на запад. Вот так, сюда. Затем получается, что надо целых 6 километров. Нет, 4 километра на север. Вот. Так, теперь 2, 4. Это на восток. Стоп. Так, 2 километра на запад. 2, 4 на север. Нет. Вот так 2 километра. Вот так 2 на север. Так. А вот на северо-восток 2, 4. Вот так 4 километра. И затем по прямой на север пошуруем целых 8 километров. Да. Вот так. Эй, грызуны, марш, марш! Эй, парни, сыр! Удача! Мои помощники нашли сыр! Не тратим время на болтовню! Работаем! Работаем. Старт вот он.
Как же нам вот сюда, потом сюда, потом сюда и сюда. Ну что ж, здесь тоже 2 километра в квадрате. Значит, получится 2, 4, 6, 8, 10 на запад. А вот затем 2, 4, 6 на север. Теперь 2, 4 на юго-запад. Есть. Ну и на запад 4 километра. Вот. Окей, побежали. Эй, парни, сыр! Вы такие умные, вы справились. У меня больше нет камней, но вы же поработаете за так. Нет. Не поработаю. Мы пришли с 12 камнями. Возьмите драгоценные камни из рюкзака и почините ими узор на двери. Это все, что вам нужно сделать. Посмотри на дверь. На ней узор с повторяющимися камнями разной формы и цвета. Похоже, надо восстановить узор камнями из рюкзака. У нас есть 12 камней. Починим узор и откроем дверь. Похоже, надо восстановить узор камнями из рюкзака. Обрати внимание на форму камней и через сколько камней узор начинает повторяться. Так. Понятно. Значит, вот так, вот так, вот так. Ну что ж. Вот такой камень. Затем такой. И вот такой. Такой, 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 такой. Но это... Да, я думаю, легко. Так, а в эту сторону, значит, нет. А, ну да. Все правильно. Вот так.
Прекрасно! Вы открыли первую дверь. Осталось еще четыре. Вам надо забрать у мышей еще 12 камней. Соберите их и приходите чинить дверь. А дверей целых 5? Да. Ну что ж, пошли. Фантастика! Сказочно! На старт! Внимание! Марш! Один квадрат, один километр. 3 километра на запад. 2 километра на запад. Вот старт. На запад 1, 2, 3, 4, 5 километров. Или 4. Вот, 4 на запад. Потом на юг. 1, 2, 3, 4, 5. 5 на юг. Есть. Отсюда у нас 1 километр на... Нет, 2 километра на юго-восток и 2 километра на восток. Окей, побежали. Эй, парни, сыр! Ну и умный же вы, вот камешек. Вы мне нравитесь, дети, вы такие удачливые. Тут квадрат 2 километра. 2, 4, 6. Это на юг. 6 тут нету, есть 8. И мы попадем вот сюда. 5. Отсюда. У нас получается 2 километра на юго-запад. Есть. Так. Затем 2 километра на юго. Так, 2 километра. А что если 4 на юго-запад? Так и пару километров на восток. Вот так. Сделайте нашу работу проще, парни, потому что скорость для нас очень важна. Где же сыр? Давайте еще раз. Будь внимателен. Каждый квадрат — это 2 километра. Плохо ориентируясь, можно легко заблудиться. Так оно. 1, 2, 3.
3-4. Ну, 8 километров на юг, 2 километра на восток, 2, 4, 6, 8. А теперь вот сюда. Это юго-запад. Ну хорошо, 2 километра на юго-запад. Нет, не 2 километра, а 4. А потом вот так по диагонали, это получится 2 километра на юго-восток. Нет. Тюп. А. Так, потом на юг 2 километра и 2 километра на восток. Так, сейчас. Вот так. Эй, грызуны, марш, марш! Эй, парни, сыр! Вы такие умные, вы справились! Хорошо, хорошо, держите. Что, еще камень есть? Ну ладно. Один квадрат 2 километра. Короче, надо вот сюда попасть. Это 4 километра. На восток. Так, теперь вот сюда 4 километра на северо-восток. Есть. Затем 2, 4, 6. 6 на юг. Есть. И отсюда максимально на восток 10 километров. Эй, грызуны, марш, марш! Эй, парни, сыр! С такой работой я вернусь домой пораньше. Ух ты! У меня больше нет камней, но вы же поработаете за так. Фирушки, не будем работать за так. Я рад, что вы вернулись. Я знал, что могу на вас рассчитывать. Так, пустыня птица через дикое к морю, река идет стремиться через... Ладно, дикая птица идет через пустыню к морю. Идет через пустыня к морю. Точка. По-моему, слов больше, чем надо. Попробуй еще. Ладно, пускай дикая птица идет к морю. Точно. Идет. Вы понимаете мой уникальный стиль, да? Да. Вот еще рисунок. Закат.